Ньютон – революционное изобретение, без которого невозможно представить современную жизнь. На протяжении веков люди были вынуждены строить из каменных глыб. Сейчас мы используем бетон во всем – от плотин гидроэлектростанций до тротуаров. А как производят бетон в Казахстане? Смотрите в этом выпуске. Сегодня искусственный строительный материал – один из лидеров в своей области. Высокопрочный бетон разных марок обладает выдающимися характеристиками. Из него возводят огромные многоэтажные сооружения. Они надежны, с длительным сроком эксплуатации и прочные. Это завод по производству бетона. Для его изготовления необходимы 5 компонентов. Все местное, казахстанское. Цемент – карагандинский. Песок завозят с Рождественки, щебень из Аршала, химические компоненты столичные и вода. Подвижной состав приехал на разгрузку цемента. Сырье поступает в выгрузную яму. Далее по трубам в цементный силос, их на заводе 6. В каждую такую емкость вмещается по 100 тонн. Спецтехника заполняет бункеры песком и щебнем. Отсюда компоненты по шнекам поступают в дозаторы для взвешивания. Рецепт бетона задается оператором. Компьютерная система по команде начинает смешивать все компоненты. Стоит отметить, что вода и цемент – основные составляющие материала. На них возложена главная функция, связывающая ингредиенты в единую структуру. А заполнители – это песок и щебень – создают каркас. В процессе эксплуатации они принимают на себя усадочные напряжения. Готовый материал сразу погружается в спецтехнику с миксером. Раствор постоянно перемешивается. Таким образом сохраняется первоначальная консистенция. Это важно при заливке бетона. Материал должен быть использован в течение 2-3 часов, чтобы бетон не успел застыть. Качество бетона должно быть на высшем уровне. Чтобы соответствовать заданной планке, материал периодически проходит технические испытания. Независимая лаборатория на рынке около 50 лет. Здесь специалисты контролировали качество строительства основных объектов столицы. Для изготовления образцов смесь заливают в специальные формы. После того, как материал принял форму, его отправляют в пропарочную камеру. При температуре в 60 градусов по Цельсию бетон оставляют на 12 часов. Перед испытанием на сжатие образцы подготавливают, делают замеры и взвешивают. Все данные фиксируются в специальном бланке. Маркированные образцы готовы для испытания. Гидравлический пресс сжимает материал. Образец выдерживает давление в 90 тонн. На языке испытателей это классическое разрушение бетона. Другими словами, прочность хорошая и соответствует государственным стандартам. Образцы бетона также проходят испытания на водонепроницаемость. При помощи специального вакуумного прибора специалисты узнают, сколько воды может впитать материал. Испытания на морозостойкость. Для начала образцы замачивают в течение нескольких суток в солевом растворе. После этого они помещаются в морозильную камеру на 4 часа при температуре минус 18 градусов по Цельсию. Эти образцы бетона прошли все испытания. Качество соответствует госнормативам. «Столичный бетон – один из самых прочных на рынке», – заявляют испытатели. Кубики, ромбики, квадратики с недавнего времени еще и в 3D. Тротуарная плитка – важный элемент в облагораживании города. С каждым годом ее качество улучшается, а разнообразие удивляет. Сейчас тротуарную плитку можно выбрать не только по размеру или даже цвету, но и фактурности. А как ее делают, мы вам расскажем в следующей программе.